В Чебоксарах выбрали «Чувашбеги-2013». На победу в конкурсе претендовали 14 девушек из городов и районов республики. Победительницы определялись в нескольких номинациях. Визитку каждая из них представляла в вечернем платье. В интеллектуальном конкурсе девушки должны были продемонстрировать знания истории, традиций и обычаев чувашского народа. А самым зрелищным было творческое задание. Для демонстрации своих талантов девушки выбрали разные жанры, так что жюри пришлось нелегко. Кроме того, чувашские красавицы должны были презентовать и национальное блюдо, приготовленное собственноручно. Дефиле в чувашских национальных костюмах завершало конкурсную программу. Набрав наибольшее количество баллов, первое место заняла Алиса Чайникова из Канашского района. Цивильский район представляла на конкурсе сотрудник национальной телерадиокомпании Регина Тимофеева. Жюри присудило ей номинацию «Талантливая красавица». Кроме того, национальная телерадиокомпания учредила и свою номинацию – «Эфирбеги». Победительница Кристина Журавлева в ближайшее время может появиться в эфире нашей телерадиокомпании. Полную версию конкурса смотрите на нашем канале 31 марта и 6 апреля в 17 часов.